Череповце полицейские задержали подозреваемого в употреблении дезоморфина. Сотрудникам отдела наркоконтроля поступила информация о том, что в одной из квартир на проспекте Победы мужчины изготовляют запрещенные вещества для употребления. Подозреваемого задержали. В квартире были обнаружены склянки с остатками вещества, шприцы, приспособления для изготовления наркотика. Мужчину отвезли на медицинское освидетельствование. Состояние наркотического опьянения подтвердилось. Сейчас хозяин квартиры находится под стражей. Две женщины пострадали в аварии в Череповце. ДТП произошло накануне около 11:30 утра на улице Старогритинской. По предварительной версии, водитель на Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в Nissan X-Trail. В результате аварии пострадали две пассажирки обеих машин. Владелец машины ищет очевидцев происшествия. В ночь со 2 на 3 мая неизвестные разбили переднее стекло на Рено. Происшествие произошло на проспекте Победы. Внимание родителей привлекают очевидцы. 5 детей лазят по стройке. Такое сообщение появилось в социальных сетях. Фотографии прилагаются. Все произошло на Любецкой 3.